La capitolul modă, fiecare are preferințele sale. Noi avem un coleg din domeniu care are o colecție de piese vestimentare deosebite. Nu e vorba nici de costume, nici de cămăși și nici măcar de încălțăminte. Aflăm împreună de unde a pornit pasiunea lui Sasha Vieru pentru ciorapi. Se spune că doar bărbații curajoși și fără prea multe prejudecăți sunt în stare să poarte șosete colorate. Exact ca în cazul jurnalistului Alexandru Vieru, care are o colecție de ciorapi, dar nu de mașini, sacouri sau cravate. Во-первых, я никогда себя не позиционировал как нормальный человек. Нормальных слишком много. А вот с цветными носками у нас в стране, по крайней мере, пока не так. Febra ciorapilor colorați l-a prins pe Alexandru de mulți ani, câți exact nu mai știe nici el. Началось все это настолько давно, что я уже, я думаю, не помню, когда именно. Я решил, что черные носки слишком обычные, и решил попробовать разбавить свой день, добавив в него что-то такое яркое. Например, женщины используют нижнее белье для этого. Они надевают его, может быть, его никто не видит, но при этом они чувствуют себя увереннее. Я чувствую себя увереннее, когда на мне цветные носки. Deși nu pare o cifră prea mare, numărul de perechi de ciorap pe care îl are Alexandru, cu siguranță este mai mare decât cel pe care îl poate avea fiecare dintre noi. Мне кажется, в коллекции у меня как минимум больше 15 пар. На данный момент мои самые любимые это вот эти с ананасами, просто потому что их легче сочетать с чем угодно. Prin marea lui colecție colorată se găsesc și câteva perechi unicolore, dar pe care nu și le-a cumpărat singur. Мне их дарит тетя обычно. Наверное, она намекает, что пора уже носить обычные носки. Я их иногда надеваю на приемы. Dacă la capitolul găsit astfel de ciorapi în Moldova treaba nu este atât de ușoară, spălatul lor pentru Alexandru este mult mai simplu. Я сказал, что я необычный мужчина, но в этом плане, мне кажется, я самый обычный. Я просто кидаю все вместе. Все вместе, оно стирается. У меня нет никакого особенного подхода к стирке носков. Я их не глажу. Я к ним... Наверное, надо относиться более бережно к ним все-таки. În alegerea ciorapilor dimineața, Alexandru are o regulă foarte simplă, care o recomandă tuturor. Мое правило, во-первых, оно должно соответствовать твоему настроению, потому что это все-таки достаточно такая... Это не столько про моду, сколько про стиль, я думаю. Стиль отличается, стиль это у каждого свой, и он, я думаю, больше связан с твоим настроением.